Қайырлы күн, құрметті әріптестер, Қазақстан Республикасының президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің алаңына қош келдіңіздер. Біздің баспасөз конференцияның тақырыбы Қазақстанның 2015 жылдағы сыртқы саяси қызметінің негізгі қорытындылары және 2016 жылға арналған басымдықтары. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас на площадке службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстана. Сегодня тема нашей пресс-конференции – основные итоги внешнеполитической деятельности Казахстана в 2015 году и приоритеты на 2016. У нас в гостях министр иностранных дел Ерлан Абильфаизович Идрисов. Добро пожаловать, Ерлан Абильфаизович. К вашей пресс-конференции повышенное внимание. Аккредитовалось более 45 СМИ, также около 6 иностранных СМИ. Ерлан Абильфаизович, мы просим вас рассказать об актуальных вопросах и основных результатах внешнеполитической деятельности нашей страны в этом 2015 году, после чего перейдем к вопросам журналистов. Пожалуйста, вам слово. Рахмет. Курметті журналист қауыма, ханнар мен мырзалар, бүгін біз Қазақстанның сыртқы саясатында 2015 жылды қорытындылап отырмыз. Осындай қорытынды жасауға алан бергендері үшін орталық коммуникациялар қызметіне үлкен рахмет. Жалпы 2015 жыл қорытындысымен Қазақстанның халықаралық беделі біршама өсті. Елбасымыз анықтайтын сыртқы саясаттың негізгі бағыттарында біздің позициялар біршама күшейді. 2015 жыл халықаралық қатынастарында өте күрделі жыл болды. Сондықтан ол біздің бейбітшіл көп векторлы саясатқа үлкен сын болды. Соған қарамастан, көп векторлы сыртқы саясат өзінің өзектілігін және дұрыстығын іс жүзінде дәлелдеді деп сенеміз. 2015 жыл Қазақстан тарихында аса табысты өткен демократиялық президент сайлауымен және 5 халықтық реформа 100 нақты қадамды жүзеге асырумен есте қалады. Осы жұмысқа отандық дипломаттар өздерінің үлесін қосып келе жатыр. Тұрларды тарту бойынша нақты тапсырмалар берілген. Осы да басқа да нақты істер Қазақстан дипломаттарының негізгі мақсаттары болып табылады. Міне осы бағытта сыртқы істер министрлігі өз жұмысын алдағы жылда да жалғастырады. Дорогие друзья, 2015 год был богат на события, поэтому, конечно, трудно в рамках одной, даже продолжительной пресс-конференции осветить все события, поэтому мы постарались выделить наиболее важные события, выделить наиболее важные приоритеты в нашей внешнеполитической деятельности. И я постараюсь в этом режиме с вами пообщаться. Конечно, у нас будет возможность, вам будет возможность задать вопросы, я с удовольствием постараюсь на них ответить. Мы подготовили в этот раз интерактивную презентацию для вас, то есть мои комментарии будут сопровождаться слайдами, на которых в удобной форме постараюсь предоставить вам необходимую информацию. Мы выделили 10 наиболее важных, с нашей точки зрения, событий, имеющих отношение к внешней политике. Я хотел бы осветить их в хронологическом порядке, то есть не исходя из их важности, а так, как они происходили. В первую очередь я хотел бы сказать, что 1 января 2015 года вступил в силу договор о Евразийском экономическом союзе, то есть на нашем пространстве родилось очень серьезное, ориентированное в будущее интеграционное экономическое образование. К нему первоначальным трем членам союза Казахстану, России и Беларуси присоединились Армения и Кыргызстан. Как вы знаете, эту инициативу о евразийской интеграции выдвинул глава нашего государства в 90-м году, и мы рассчитываем на то, что это будет определяющей тенденцией 21 века. Главное, что руководящими принципами этого объединения является равноправие их членов, взаимная выгода и учет интересов всех участников. Мы, естественно, как и другие члены Евразийского союза, исходим
из собственных национальных интересов, но мы при этом считаем, что должны быть учтены и интересы наших партнеров. В этом году было завершено институциональное оформление уставных органов, начал работу Суд Союза. Конечно, текущий год в связи с глобальной экономической турбулентностью представляет вызовы для Евразийского экономического союза, но, как констатировали лидеры этого союза позавчера в Москве, у союза большое будущее, и он имеет большой потенциал для преодоления текущих экономических трудностей. Следующим крупным событием я бы выделил 5-й съезд мировых и традиционных религий. Вы знаете, что в этот раз на съезд собрались не только религиозные деятели, но и политические деятели. Вы знаете, что в этом съезде участвовал генеральный секретарь Пан Ги Мун, король Иордании Абдалла, президент Финляндии Нисте, генеральный секретарь ОБСЕ Заньер, генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества господин Мадани. Все это говорит о важности и актуальности темы, которая обсуждалась на съезде, а тема была «Диалог религиозных лидеров и политических деятелей во имя мира и развития». Как раз в этот раз съезд стал площадкой обсуждения того, как политические и религиозные лидеры могут объединять усилия в борьбе за обеспечение стабильности и мира во всем мире. По статистике было 71 делегация, участвовала в этом съезде из 42 стран. Конечно же, проведение съезда на регулярной трехлетней основе является подтверждением роста этого мероприятия и, конечно же, роста авторитета нашей страны. Следующим крупным событием я бы хотел объявить о большой работе, которая проводится в области привлечения инвестиций. В этом плане знаковым событием в этом году было продление пилотного проекта по предоставлению безвизового режима для стран, которые имеют приоритетное инвестиционное значение для Казахстана. Группа этих стран расширена. В 2014 году пилотный проект начинался. Там было 10 стран. В этом году пилотный проект расширен до 20 стран. Это наши крупнейшие партнеры на европейском и азиатском пространстве. Я хотел бы сказать, что это является очень важным элементом укрепления и улучшения инвестиционного климата в нашей стране. Правительство Казахстана, глава государства уделяют постоянное внимание улучшению климата. Вы знаете, что Казахстан может похвастаться очень серьезным, солидным пакетом стимулирующих факторов для привлечения инвестиций, вплоть до 30% компенсации инвестиций, первоначальных инвестиций, вложенных в проект, если этот проект успешный, если он начинает уже давать дивиденды. В этой связи я хотел сказать, что в целом визовая работа для нас является особым приоритетом. В первом квартале следующего года мы планируем ввести новые правила выдачи виз казахстанских. Главный смысл этих новых правил – их облегчение порядка получения правил, сделать это удобным для иностранных граждан, которые стремятся посетить нашу страну, и, естественно, привести это на современную основу. Такую работу мы проводим с соответствующими правоохранительными органами, в первую очередь с пограничной службой, с Министерством внутренних дел. И я хочу сказать, что эта работа проводится в таком энергичном, динамичном ключе. В целом Казахстан стремится, и дипломатическая служба стремится облегчить выезд и для наших граждан за рубеж, и для иностранных граждан в Казахстан. В этой связи мы проводим политику заключения соглашений о безвизовых поездках по всем видам паспортов. Сейчас у нас уже таких соглашений 19, то есть казахстанцы в 19 стран по общегражданским паспортам могут выезжать без виз. Последнее соглашение, которое мы подписали, это Куба, поэтому казахстанцы могут выезжать на этот остров, который принято называть островом свободы, там прекрасный климат, прекрасные курорты, и это, конечно же, открывает возможности для расширенного взаимодействия Казахстана с этой страной. Напомню, что в прошлом году мы такие же соглашения заключили с Бразилией,
планируем заключить с Мексикой, с целым другим рядом государств Латинской Америки. Хотел бы следующим пунктом выделить подписание большого соглашения о создании банка ядерного топлива в Казахстане. Это реально крупное событие. Этот банк уникален. Такого банка, такой структуры в мире нету. Смысл его заключается в том, чтобы предоставить гарантированный объем топлива, ядерного топлива для работы атомных электростанций для тех стран, которые испытывают трудности в приобретении ядерного топлива на открытом рынке. Рынок это сложный, иногда возникают политические барьеры при получении ядерного топлива, поэтому этот банк создан по инициативе МАГАТЭ, и он функционирует как структура МАГАТЭ. Он размещен на нашей территории, и было подписано соглашение, которое получило высокую оценку всего мира, и которое отразило очередной крупный вклад Казахстана в ядерное разоружение и нераспространение. Наша роль в этом плане всем хорошо известна, и это стало еще одним свидетельством доверия мира. Следит за процессом переговоров и реализации многостороннего соглашения вокруг ядерной программы Ирана. Вы знаете, что Казахстан внес свой реальный позитивный вклад в этот процесс. Мы провели два раунда переговоров по иранской ядерной программе, результаты которых легли в основу большого заключительного соглашения, которое было согласовано летом этого года. Это признается нашими партнерами. Хочу сказать, что сейчас в эти дни буквально завершаются последние элементы для того, чтобы соглашение было полностью выполнено. И не могу вам все подробности говорить, но хочу сказать, что Казахстан участвует и на этих последних этапах реализации этого соглашения. Когда придет время, мы соответствующие сообщения объявим. Конечно же, важнейшим событием этого года был целый ряд юбилеев. В этом году мы отметили 70-летие победы в Великой Отечественной войне. В этом году мы отмечали 40-летие Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. И, конечно же, крупнейшим событием стало 70-летие ООН. В этом году на юбилейную сессию съехалось небывалое количество глобальных лидеров. Наш глава государства участвовал в юбилейной сессии с подчеркнуто которая заключается в достойной встрече столетия ООН, которая состоится в 2045 году. Называется эта программа, которую представил глава государства, план глобальной стратегической инициативы 2045. Мы у себя в МИДе для простоты называем его план ООН 100, то есть 100 лет. Хотел бы выделить следующие инициативы. Глава государства, как вы знаете, является ярким сторонником ядерного разоружения, и он выступил с конкретной инициативой избавить мир от ядерного оружия полностью к столетию ООН. Это небывало смелая инициатива. Процесс ядерного разоружения – это очень комплексный вопрос. Но, тем не менее, глава государства верит в возможность реализации этой инициативы, потому что ядерное оружие является наиболее опасной угрозой для всего человечества. Глава государства сделал акцент на совместной борьбе глобальную антитеррористическую сеть под эгидой ООН. Это тоже непростой вопрос. Мы все знаем, что существует целый ряд коалиций антитеррористических, но глава государства подчеркнул, что Организация Объединенных Наций является той необходимой, признаваемой всеми организацией,
при помощи которой можно создать хорошо функционирующую сеть по борьбе с терроризмом. Эта инициатива подразумевает и чтобы они подвергались заслуженному наказанию, чтобы работала система экстрадиции, передачи террористических преступников между государствами. То есть это конкретная инициатива, над которой нужно очень серьезно работать. Глава государства уделяет большое внимание вопросам экологии, поэтому он предложил создать центр по передаче зеленых технологий. Сессии были приняты 17 конкретных положений по целям устойчивого развития, и вопрос финансирования стоит очень остро. Этих целей, реализация этих целей, глава государства внес конкретное предложение всем государствам выделять по 1% своих военных бюджетов на реализацию целей устойчивого развития. Это тоже очень непростая инициатива, и реализация будет очень непростой, потому что сфера военных бюджетов является всегда сенситивной, особой для многих. Естественно, взяла в проработку все эти инициативы. Наша миссия активно работает в Нью-Йорке. Министерство иностранных дел имеет конкретную задачу по продвижению этих инициатив. Мы проводим сейчас активные консультации в Нью-Йорке со всеми странами-членами ООН по реализации этих инициатив. Уже имеется успех. 7 декабря на Генеральной Ассамблее ООН была принята резолюция, которая утвердила всеобщую декларацию о безъядерном мире. Это инициатива главы государства. Он ее озвучил на саммите ядерной безопасности в 2010 году в Вашингтоне. Эта резолюция инициирована Казахстаном. Это первая резолюция, принятая по инициативе Казахстана по такому важному вопросу, как ядерное разоружение. К сожалению, резолюция не была принята консенсусом. Чего мы добивались? Мы все эти годы, 5 лет, вели консультации, переговоры в рамках ООН. У многих стран есть нюансы в их позиции в отношении ядерного разоружения, особенно у государств, которые обладают ядерным оружием, в первую очередь государств, постоянных членов Совета Безопасности. Тем не менее, мы продвигали эту идею, и голосованием эта резолюция была принята. Большинством голосов была принята. 133 государства поддержали эту резолюцию. И мы считаем, что это большая дипломатическая победа главы нашей. К нам в страну приезжали такие крупные лидеры, как председатель Китайской Народной Республики, президент Турции, премьер-министр Индии, Пакистана, Афганистана, Японии, Украины, России. Недавно нашу страну посетил госсекретарь США, и вот на днях буквально госпожа Могерини, условно скажем, министр иностранных дел Европейского Союза. Наш глава государства посетил со знаковыми визитами целый ряд государств, в первую очередь Россию, хотел бы выделить, Китай, Великобританию, Францию. Конечно же, это подтверждение на высшем уровне нашего политического взаимопонимания и доверия между этими странами, но хотел бы подчеркнуть, что одной из важных составляющих этих визитов и контактов на высшем уровне является экономическая составляющая. Обсуждают руководители экономического блока правительства, бизнес-структуры,
В рамках визита всегда проводятся различные мероприятия, связанные с экономическими отношениями, бизнес-форумами и так далее, на которые заключаются конкретные меморандумы, контракты. По нашим примерным подсчетам, итоги этого года, итоги бизнес-контактов, осуществленных в рамках визита главы государства и визитов к нам, общий объем контрактов и обязательств, вернее договоренностей, достигнутых в рамках этих визитов, превышает сумму в 60 миллиардов долларов. Всего заключено около 300 контрактов. В тенге эта сумма составляет... Делегационным обменом на высшем и высоком уровне некоторые аналитики мира стали говорить о возрождении некой большой игры в нашем регионе. Визиты лидеров Китая, России, Турции, Индии, Японии, США, Европы навели у них мысли о большой игре. Я хотел бы сказать, что Казахстан категорически отвергает концепцию большой игры. Казахстан и страны Центральной Азии – это зрелые игроки. Они и мы предложили концепцию большой выгоды для всех. Мы считаем, что на пространстве Евразии, Центральной Азии интересы, которые, законные интересы, которые имеют разные крупные игроки, могут удачно сочетаться, а не конфликтовать между собой. В этом заключается суть евразийской концепции главы нашего государства. На английском языке эта концепция называется win-win, то есть она является сутевой в понимании нашей многовекторной политики, сочетание интересов и сопряжение этих интересов. Эта политика дала нам конкретные результаты. Вы знаете, что Казахстан отличает очень серьезные показатели роста. Как говорил глава государства, за годы независимости объем ВВП Казахстана вырос в 19 раз. Это колоссальная сумма и, конечно же, она отражает последовательную реализацию принципов сотрудничества и взаимодействия на основе философии win-win, о котором я говорил, то есть когда выигрывают все. В целом глава государства совершил в текущем году, в уходящем году 13 визитов, принял 32 главы государства, правительств, премьер-министров, других высокопоставленных иностранных деятелей. Всего в страну состоялось 70 визитов. Знаковым это знаковый момент. Госпожа Айджанова на днях участвовала в совещании министров ВТО в Найроби, в Кении, уже как полноправный член, выступила с целым рядом инициатив. Вы знаете, что прошедшая встреча в Найроби была успешной. Главным ее достижением явилось снятие субсидий сельхозпродукции при экспорте сельхозпродукции. Как раз с такой инициативой выступила наш министр по интеграции госпожа Айджанова. Мы очень рады, что большинство государств приняли эту инициативу, и это стало реальностью. Конечно же, в рамках ВТО Казахстан преследует свои собственные национальные интересы. Условия вступления в ВТО способствуют защите экономических интересов нашей страны, в первую очередь нашего предпринимательства, бизнес-сообщества. Мы считаем, что
вступление в ВТО открывает новые возможности для наших экономических игроков, для нашего бизнеса, для экономики в целом. Через конкуренцию, через усиление конкуренции будут расти и качество, и стойкость наших экономических структур, нашего бизнес-сообщества. В этом главный смысл вступления в ВТО, и мы считаем, что оно открывает дополнительные возможности для нашего экономического роста. Конечно же, при вступлении в ВТО мы учитывали наши обязательства и наши интеграционных объединениях. Пожалуй, последним событием, которое я хотел бы выделить, стало подписание соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом. Буквально два дня назад приезжала госпожа Могерини, вице-президент Совета Европы, Европейского Совета, Европейского Союза, и мы подписали с ней это соглашение, это знаковое соглашение. Оно пришло на смену предыдущему соглашению, которое было гораздо более узким по формату и охвату. Предыдущее соглашение было подписано в 1995 году, оно имело 10-летний срок, этот срок истек, и с 2011 года мы проводили переговоры с Европейской комиссией по заключению нового соглашения. Главный смысл этого соглашения – то, что оно открывает гораздо более широкие возможности по взаимодействию между Казахстаном и Европой. Вы знаете, что Европа является крупнейшим торговым партнером Казахстана. Более 50% нашей торговли, внешней торговли, приходится на Европу. Более 50% прямых частных инвестиций иностранных приходится тоже на европейские страны. Поэтому укрепление и расширение нашего взаимодействия с Европой имеет принципиальное значение для нас. И как раз это соглашение эти сферы охватывают как вопросы политического диалога и взаимодействия, вопросы безопасности, вопросы разоружения, вопросы борьбы с терроризмом, с организованной преступностью, так и целый блок важный касается вопросов торговли и инвестиций. Опять же подчеркну, что при согласовании этого блока, торгового блока, Казахстан сбалансировал их с нашими обязательствами в рамках Евразийского экономического союза, и мы в консультациях и координации с Евразийской экономической комиссией проводили переговоры по торговому блоку соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европой. Другие сферы, которые я хотел бы выделить, это сфера науки и образования, инноваций, здравоохранения, образования, конечно же. Одним из приоритетов является вопрос образования. Мы на переговорах с госпожой Могерини выделили особо потребность Казахстана в профессионально-техническом образовании. Вы знаете, что глава государства объявил о том, что эта сфера образования открывается для доступа всем казахстанцам на бесплатной основе. Это подчеркивает то, что казахстанской экономике нужны хорошо подготовленные, квалифицированные руки. И мы с иностранными партнерами будем уделять большое внимание этому. У Европы большой опыт в этой области. В частности, у Германии есть большой опыт. Германия, Франция, Нидерланды имеют большой опыт по дуальному образованию. И мы будем этот опыт сполна применять. Следующий блок, который я хотел бы выделить, это блок наших приоритетов. Мы считаем, что их пять, конечно же, и гораздо больше, если брать секторально, углубляться в детали, но я хотел мазками обозначить пять крупных блоков. В первую очередь, это экономизация внешней политики. Главный смысл дипломатии заключается в создании благоприятных условий для внутреннего развития. Вы знаете, что у Казахстана очень амбициозные планы по развитию, стратегия 2050, программа индустриализации, программа Нурлы-Жол. Все это
очень важная экономическая составляющая нашего экономического роста. Глава государства сформулировал очень четкие задачи в своем послании. В ближайшие 10 лет была поставлена задача привлекать не менее 10 миллиардов или 3 триллионов тенге прямых частных инвестиций. Вместе с этим нужно развивать производство готовой продукции в Казахстане, обработанной продукции, высокотехнологичной продукции. И глава государства поставил задачу обеспечить рост экспорта готовой продукции из Казахстана и указал конкретные цифры, довести экспорт готовой продукции из Казахстана до объемов более 9 триллионов тенге или 30 миллионов долларов. Это наша конкретная задача Министерства иностранных дел. Все посольства заряжены этой задачей, и экономические вопросы являются ежедневной заботой, ежедневной деятельностью наших дипломатических точек. В целом я хочу сказать, что наши экономические интересы проистекают из нашей географии. Вы знаете, что Казахстан является замкнутой страной, самой крупной страной в мире, не имеющей выхода к морю. Поэтому на нас это налагает особую ответственность. Многие воспринимают эту зажатость как большой недостаток. Глава государства имеет другое видение. Он четко обозначил, что эта зажатость как раз должна стать нашим преимуществом. Казахстан находится в центре Евразии и имеет огромный транзитный потенциал. Огромный потенциал соединения различных экономических регионов, в частности между Европой и Азией. Казахстан принципиально проводит политику открытости по всем географическим азимутам: восток, запад, север, юг. И это является сутью экономической политики открытости нашего государства. Есть английское слово connectivity, то есть сопряженность, взаимосвязь. И как раз суть программы Нуржол заключается в этом. Вы знаете, что мы унаследовали не совсем пропорционально развитую инфраструктурную систему со времен Советского Союза. Поэтому программа Нуржол с ее массированным инфраструктурным развитием направлена на устранение этих диспропорций. Оно служит как устранению этих диспропорций, так же и соединению других инфраструктурных маршрутов, которые проходят в более широком масштабе. В частности, между Китаем, огромным экономическим пространством, и Европой. Объемы торговли между Китаем и Европой и Азией и Европой зашкаливают за 500 миллиардов долларов. Это огромная сумма, поэтому нашей задачей является предоставить наиболее благоприятные условия для этой торговли, для обеспечения, облегчения этой торговли. Вы знаете, что у нас реализуется целый ряд международных проектов. Хотел бы напомнить проект развития пограничной точки Харгос, Восточные ворота. Там создается огромный логистический хаб. Реализация проекта Западный Китай, Западная Европа, строительство железной дороги Казахстан, Туркменистан, Иран, которая успешно запущена. На днях перед вами выступал господин Мамин, который дал развернутую картину нашего инфраструктурного роста и развития. Он, в частности, выделял целенаправленную политику и работу нашего экономического блока по расширению наших возможностей по выходу на международные рынки. Приобретение активов в таких портах, как Ляньюньгань, Китай, в Прибалтике. Есть у нас планы по приобретению таких же активов в портах Ирана, Бандар-Аббас и другом новом порту, строящемся в этой стране, ближе к Индии. Наши планы по приобретению активов в порту Мундра в Индии. Все это одна составляющая большой инфраструктурной политики нашего государства, которая является сердцевиной успеха для экономического роста нашей страны. Следующий приоритет, конечно же, для нас
Экспо-2017. Хотел бы подчеркнуть, что это не просто какой-то проект престижа. Наоборот, этот проект наполнен очень серьезной экономической составляющей. Вы знаете, что в Париже на днях состоялась большая международная конференция, которая завершилась успехом, консенсусом международным по объединению усилий в борьбе с потеплением климата и усилению экологических подходов в экономическом росте. Глава государства не случайно сделал специальное заявление, приветствовав итоги конференции в Париже. Вы знаете, что наша страна была представлена на очень высоком уровне. В политическом сегменте этой конференции участвовал наш премьер-министр, и в завершающем переговорном сегменте участвовала наша солидная делегация во главе с министром энергетики Школьником. Поэтому и суть нашего движения в сторону Экспо как раз составляет переориентация нашей энергетической политики на зеленые рельсы. Это очень серьезная трансформация. Вы знаете, что мы взяли очень сложное обязательство обеспечить производство 50% электроэнергии из зеленых источников к 2050 году. Сегодня эта цифра гораздо меньше. Сегодня мы далеко не зеленые. Можно даже сказать, что мы коричневые. Но есть политическое обязательство и настрой нашего правительства, главы нашего государства на серьезное озеленение нашей экономики и оздоровление жизни, усиление экологических подходов в экономическом развитии. На это направлены как раз и задачи проведения, успешного проведения Экспо. Главной темой, как вы знаете, этой выставки является «Энергия будущего». Мы надеемся, что эта выставка, на которую мы планируем пригласить более 100 стран, мы надеемся, что они привезут самые передовые, самые современные технологии на нашу выставку, которые будут способствовать и озеленению нашей страны, экономике нашей страны, и, конечно же, распространению зеленых технологий по всему миру, будет способствовать трансферту этих зеленых технологий от развитых стран развивающимся странам, что принесет всеобщее благо для всего мира. Хотел бы подчеркнуть такой аспект. Выставки проводятся во многих странах, и всегда встает вопрос о наследии этих выставок. Прошла выставка, что потом будет после этого? Глава государства сформулировал очень четко эту задачу. Есть конкретное видение по обеспечению наследия нашей выставки. В первую очередь это создание международного финансового центра в Астане на базе Экспо. Соответствующий закон глава государства уже подписал, и уже идет практическая работа по реализации этого. Вы знаете, что МФЦА, как мы его называем, будет полностью проектироваться на модели Дубая, Дубайского финансового центра. Это будет как бы государство в государстве, там будет функционировать британское право. Рабочим языком в зоне в МФЦА будет английский язык, то есть это совершенно новый подход, и мы считаем, что на евразийском пространстве МФЦА будет иметь огромный потенциал по активизации бизнес-сотрудничества. Другой идеей по наследию выставки была высказана главой государства в ООН на 70-й сессии Генассамблеи ООН. Он предложил создать центр зеленых технологий под эгидой ООН как раз на площадке Экспо. И мы будем этим непосредственно заниматься. Следующий приоритет, который я хотел бы выделить, это наша кампания по выборам Совет Безопасности ООН на 2017-2018 годы. Это очень серьезная задача. Мы идем к ней осознанно. К 2017 году мы будем отмечать 25-летие участия Казахстана, вернее, членства Казахстана в ООН. Мы подросли очень серьезно, политически, экономически, социально. Поэтому мы своей кампанией в Совет Безопасности ООН заявляем о своей зрелости и готовности принимать ответственность за решение глобальных и региональных дел. Членство Совета Безопасности как раз налагает такую ответственность, и мы к этой ответственности готовы. Через наше членство мы хотим привлечь мировое внимание к проблемам Центральной Азии, а их много.
и в области политического развития, в области экономического, социально-экономического развития. Поэтому мы надеемся, что если нам повезет и мы будем избраны в Совет Безопасности, мы будем активно продвигать интересы нашего региона. Центром, главными месседжами нашей кампании в Совет Безопасности является ядерная, продовольственная, водная, энергетическая безопасность. Это как раз те сферы, где Казахстан имеет большой опыт. И мы хотим этим опытом поделиться и ответственно решать эти вопросы. Ерлан Бекболатович, предлагаю перейти к вопросам. У нас буквально 20 минут до окончания пресс-конференции осталось. Да. Неужели так много говорим? Да. Ну хорошо, давайте тогда перейдем к вопросам. Единственное, что я хотел сказать. Министерство иностранных дел старается не оставаться в стороне. Для нас социальная составляющая, прямая связь с населением Казахстана является одной из приоритетных задач. Мы абсолютно убеждены, что казахстанцы должны не только знать суть нашей внешней политики, но и понимать ее приоритеты и понимать, для чего те или иные инициативы внешнеполитические, внешнеэкономические выдвигаются. Мы активно участвуем во всех социальных сетях, мы открыты для СМИ, и мы предпринимаем целый ряд мер для того, чтобы быть ближе к народу. Одной из важных функций у нас является консульская функция. Вы знаете, что наши консулы оказывают активную поддержку и защиту интересов наших граждан. Есть целый ряд примеров. Я хочу просто здесь дать вам некоторые статистические выкладки. Помните, что этим прошлым летом из Турции наши консулы помогли вывести 500 казахстанских туристов в связи с банкротством турагентства Travel Systems. Благодаря усилиям наших консулов возвращены в Казахстан вызванные из сети преступных синдикатов по торговле людьми 5 гражданок Казахстана из Бахрейна и 2 гражданки Казахстана из Ливии. Мы помогаем людям в трагических ситуациях. Вы знаете, что наши граждане погибли в авиакатастрофе, которая произошла летом во Франции. К сожалению, семья Иманкуловых оказалась на борту этого несчастного самолета. Мы помогали им. И таких примеров много, есть много положительных отзывов о работе наших консулов. Последнее, что я хотел сказать, то, что мы усилиями нашей информационной службы подготовили уникальное кроссплатформенное цифровое приложение «Казахстан. Страна Великой Степи» на казахском, русском, английском языках. Это очень такая современный калейдоскоп Казахстана во всех его ракурсах. Использовано огромное количество фотографий, роликов, видеосюжетов, фактологической информации, информации о нашей истории, культуре. И прелесть этой платформы заключается в том, что этой платформой может пользоваться любой казахстанец. И на телефоне, и на айпаде, и на компьютере, или в распечатанном виде. То есть мы надеемся, что все казахстанцы с гордостью будут пользоваться этой платформой. Особенно мы рассчитываем, что наши граждане за рубежом, особенно наши студенты, которые учатся во многих странах мира, будут сполна и активно использовать эту платформу для того, чтобы мир все больше и больше и лучше узнавал нашу страну и о сути нашей внутренней и внешней политики. На этом я, наверное, тогда остановлюсь и открою площадку для вопросов. Я благодарю вас, уважаемые коллеги. Перейдем к вопросам. Юрий Масанов, пожалуйста. Добрый день. Вот вы долго говорили о том, что делается с Казахстаном. Вы не могли бы вы назвать внешнеполитические вызовы, которые сейчас стоят перед нашей страной? Спасибо. На этот вопрос можно отвечать очень долго. Постараюсь коротко. Главный вызов – это экономический вызов. Мы живем сейчас во времена глобальной экономической турбулентности. Идет очень неблагоприятная для нас конъюнктура на
рынках сырьевых товаров, которые составляют большую долю нашего экспорта. Идет экономическое санкционное противостояние между Западом и Россией, которая является нашим ближайшим соседом, союзником. Естественно, все это на нас сказывается, поэтому вопросы экономической безопасности для нас представляют особую актуальность. Следующим я выделил бы, конечно, политические конфликты, особенно на нашем пространстве. Я упомянул бы Украину, Афганистан, ситуацию вокруг Ирана, конечно же, Сирия. Сирийский кризис имеет непосредственное отношение к нам, потому что сирийский кризис стал основным источником терроризма. Терроризм – это глобальная угроза, поэтому хотел бы выделить этот аспект. Пожалуй, эти вопросы для нас сейчас составляют особый приоритет, и Министерство иностранных дел концентрируется на решении этих вопросов. Благодарю вас. СТВ, пожалуйста. Добрый день, Азамат Сыздыков, телеканал СТВ. Господин министр, у меня два вопроса. Первое, это, как известно, вчера польский дипломат в Алматы грубо нарушил сразу несколько правил дорожного движения. Кроме того, достаточно резко общался с представителями казахстанской общественной организации. Однако наши дипломаты за рубежом также не отстают. Например, несколько лет назад работники посольства Казахстана в Великобритании были оштрафованы на 150 тысяч фунтов за различные нарушения правил дорожного движения. Вопрос, применяет ли казахстанский МИД какие-то меры воздействия на таких дипломатов-нарушителей? И второй вопрос, проводится ли в МИДе оптимизация бюджета и какие расходы были сокращены? Отразилась ли эта оптимизация на казахстанских посольствах за рубежом? Должны уважать и соблюдать законы страны пребывания. Это главное правило, и оно действует, и им должны руководствоваться дипломаты любой страны. Никто не имеет права нарушать законы Казахстана. Это относится и к тому польскому дипломату, поэтому мы разбираемся в этой ситуации. И, конечно же, все, что положено по закону, будет исполнено. Ситуация с штрафами в мире она неоднозначна. Некоторые трактуют эту ситуацию с точки зрения Венской конвенции как освобождение дипломатов от уплаты штрафов. Некоторые страны, а таких стран становится большинство, считают, что штрафы как раз являются той мерой, которую должны дисциплинировать и дипломатов тоже. Правила дорожного движения едины для всех, никто не должен здесь выделяться. Соединенные Штаты Америки, Великобритания, они имеют целую систему штрафов. Мы ездили в Соединенные Штаты Америки, изучаем их опыт и будем внедрять систему электронного взимания штрафов со всех нарушителей из дипломатического корпуса. Дипкорпус знает, мы постоянно уведомляем их о необходимости уважения и соблюдения наших законов, безусловно. И это охватывает также и соблюдение правил дорожного движения. Что касается наших нарушителей за рубежом, то на наших дипломатов также полностью распространяется конвенция о дипломатических сношениях. Та сумма, о которой вы говорите, она кумулятивно была накоплена за все годы независимости и действий нашего посольства, в частности, Великобритании. Как раз эта сумма была накоплена в тот период, когда шли дипломатические дебаты, взимаются ли штрафы, правомерно ли взимать штрафы с дипломатов или нет. Когда ситуация эта была неясна, городские власти Лондона выставляли эти счета со штрафами, мы считали, что это выставление штрафов неправомерно, поэтому мы их не платили. Сейчас я хочу сказать, что примерно с конца 90-х годов или в начале нулевых годов все дипломаты имеют строгое указание строго соблюдать правила дорожного движения и при их нарушении оплачивать соответствующие штрафы. В основном это штрафы за парковку. Сейчас у нас таких нарушений единицы. Если дипломат нарушил, то он обязан заплатить штраф из собственного кармана, а не за счет бюджета посольства.
Что касается сокращения бюджета министерства, конечно же, мы не выделяемся из общего круга наших ведомств, и наш бюджет серьезно сокращен, оптимизирован по всем статьям. Мы считаем, что оптимизация проведена таким образом, чтобы не нанести урон деятельности наших посольств. Естественно, не идет речи, не может идти речи об увеличении, допустим, штатных единиц Министерства иностранных дел и в центральном аппарате, и за рубежом. На это наложен мораторий. Деятельность посольств значительно оптимизирована с точки зрения проведения протокольных мероприятий, имиджевых мероприятий и так далее, и так далее. За счет этого произошла оптимизация нашего бюджета. Благодарю вас. Следующий вопрос. Евразия, пожалуйста. Сулия Тимирбаева, Первый канал Евразия. У меня тоже два вопроса. Первый такой, что, вы только что говорили, вот мы хотели бы услышать поподробнее. Вот много сейчас идет разговоров о роли Центральной Азии в современном мире. И, сегодня от многих иностранных лидеров звучат такие речи о том, что это стратегический регион, да? И как вот вы лично относитесь к такому мнению, что в будущем этот регион может стать предметом большого спора между, большими странами, и, учитывая проявленный интерес многих государств к этому региону, да, и появление такого термина, достаточно нового, на мой взгляд, политических инвестиций. Вот как бы вы могли бы это объяснить? Ну и второй вопрос – это роли иностранных посольств, наших посольств в привлечении иностранных инвестиций. Президент это отмечал, и вот могли бы вы привести цифры, если они есть, да, и конкретные данные, когда иностранный капитал привлекался именно при помощи наших дипломатов? Спасибо. Вы знаете, что в 19 веке в нашем регионе развернулась большая игра, политическая игра между Российской империей и Британской империей. В эпицентре этой игры оказалась Средняя Азия и Афганистан. И сейчас с ростом значения наземных маршрутов, сухопутных маршрутов, конечно же, возрастает роль Центральной Азии. С учетом его особенно с учетом ресурсного потенциала нашего региона. Поэтому мы видим здесь рост интереса и присутствия, помимо наших крупных соседей России и Китая, Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Индии, Турции, Японии и других стран. Наша принципиальная позиция заключается в философии всеобщего выигрыша. Мы убеждены, что несмотря на разницу интересов всех этих игроков, площадка Евразии и Центральной Азии вполне может обеспечить сочетание и сопряжение этих интересов. Мы не считаем, что эти интересы антагонистичны и взаимоисключающие. У каждого игрока есть свои преимущества. Никто не может поспорить с Россией по степени близости Казахстана к этой стране, к нашему самому крупному соседу. Это объясняется и историей, и демографией, и культурой. Поэтому было бы наивно полагать, что кто-то может отдалить нас от России, разъединить нас. Это невозможно сделать. Но в то же время никто не может спорить с растущим экономическим потенциалом Китая, который обладает огромными ресурсами для поддержки экономического роста в Центральной Азии. Поэтому мы видим большой объем инвестиций Китая, буквально все страны Центральной Азии. С третьей стороны, никто не может поспорить с высоким преобладающим технологическим потенциалом Запада, Европы и Соединенных Штатов Америки. У них передовые технологии, у них передовой опыт, у них более развернутые и передовые бизнес-стандарты и так далее, и так далее. То есть у каждой страны есть большие, огромные преимущества, поэтому мы стараемся, наш президент старается делать так, чтобы все эти преимущества сочетались и дополняли друг друга, а не противоречили друг другу. Вот суть нашей политики. Ваш второй вопрос касался привлечения инвестиций с помощью посольства. Привлечение инвестиций. Я говорил, что привлечение инвестиций является повседневной задачей Министерства иностранных дел и наших дипломатов. Казахстан за годы независимости привлек более 200 миллиардов американских долларов прямых частных инвестиций. Хочу сказать, что конкретный вклад в эту сумму
внесла дипломатическая служба нашего государства. Все наши загранточки принимали в этом активное участие. Благодарю вас. Хабар. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете работу по исполнению Минских соглашений, в частности, Украины и вообще сторонами? Спасибо. Вопрос очень сложный. Начну с того, что инициатором и катализатором Минских договоренностей явился глава нашего государства. Наш лидер, как и все казахстанцы, воспринимает украинский кризис близко к сердцу, потому что Украина — это близкий нам народ, близкая нам страна. Вы знаете, что в Казахстане проживает большое количество украинцев или казахстанцев украинского происхождения, около 300 тысяч человек, поэтому их боль — это наша боль. Этим и объясняется проактивная позиция главы нашего государства. Вы знаете, что летом, в августе 2014 года, именно он инициировал встречу лидеров России и Украины в формате Евразес. Участвовал наш президент, естественно, президент Белоруссии и высокий представитель Европейского Союза, тогда это была Кэтрин Эштон, сейчас на ее месте, вы знаете, пришла Могерини после европейских выборов. И тогда была заложена основа для Минских соглашений, Минск-1, так называемый Минск-1. По прошествии времени было очевидно, что эти соглашения и их реализация пробуксовывает, поэтому глава нашего государства проявил активность по реанимации этих договоренностей. Вы знаете его такую динамичную дипломатическую деятельность. Он ездил в Украину с визитом, сразу после Украины ездил в Россию. После этого к нам приезжал Олланд, президент Франции Олланд, который после глубокого разговора с главой нашего государства сделал остановку в России для того, чтобы встретиться и обсудить украинский кризис с президентом России. После этого глава государства нашего ездил в Германию, встречался с председателем, с канцлером Меркель. Были телефонные контакты с американскими руководителями. То есть мы постоянно ищем пути выхода из ситуации. Так появились Минские соглашения второго поколения, Минск-2, или так называемые Нормандские соглашения, Нормандская четверка. Мы стимулировали их, и сейчас нету ничего лучшего, чем Минские договоренности в нормандском формате. Может быть, они не идеальны, но нету ничего лучшего, поэтому единственным путем для урегулирования ситуации является скрупулезное выполнение этих соглашений всеми вовлеченными сторонами. Мы знаем, что нет полной удовлетворенности их выполнением, как это воспринимается в мировом сообществе. Поэтому все страны призывают участников Минских договоренностей прилагать все усилия для того, чтобы их реализовывать. Поскольку мир еще на Украине не наступил, значит, есть проблемы с реализацией Минских соглашений. Но мы убеждены, что это единственный верный, имеющийся в руках путь для достижения начала урегулирования кризиса в Украине. И мы всеми политическими и иными способами стараемся этому способствовать. Благодарю вас. Интерфакс, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, агентство «Интерфакс Казахстан». Скажите, пожалуйста, обращалась ли сирийская оппозиция о проведении третьего раунда переговоров в Астане? И второй вопрос. Какие визиты главы государства запланированы на 2016 год? И главы каких государств планируют совершить свой визит в нашу страну? Спасибо. Сирийская оппозиция не обращалась к нам по проведению третьего раунда переговоров. Вы знаете, что сейчас активизировался международный переговорный процесс на Венской площадке. И последним событием крупным по сирийскому кризису является принятие резолюции Совета Безопасности по этому кризису, которые открывают реалистичный путь к началу урегулирования кризиса. Конечно же, выполнение этой резолюции — очень сложный процесс. Продолжаются сохраняться крупные противоречия в подходах
разных участников этих переговоров к ситуации, к перспективам урегулирования кризиса. Мы стараемся за этим активно следить, способствовать, и надеемся, что возобладает разум, и не консенсус, а рост доверия и понимания будет способствовать тому, что реально объединяются силы для борьбы с терроризмом, в первую очередь с Даиш, с так называемым исламским государством. Это реальная угроза для всех, и мы должны к этому очень серьезно относиться. Второй вопрос касался визитов. Визиты. Значит, в следующем году график еще у нас, как говорится, утрясается, уточняется. Но хочу сказать, что в следующем году предстоят такие крупные события, как саммит по ядерной безопасности в Вашингтоне в конце марта. Наш глава государства, как активный участник антиядерного движения, конечно же, будет приглашен и уже приглашен американским лидером на этот саммит. В следующем году планируется в Турции в апреле саммит Организации исламского сотрудничества. Я думаю, что в ситуации большого пожара и нестабильности на Ближнем Востоке государства, которые являются основными членами ОИС, конечно же, саммит ОИС будет иметь особую значимость. Мы члены организации, и есть планы участия в этом важном саммите, где предстоит серьезный разговор об обеспечении долгосрочной стабильности на Ближнем Востоке и, в первую очередь, борьбы с терроризмом. Наши такие ощущения. Предстоит саммит ШОС в Ташкенте, предстоит целый ряд других мероприятий, в первую очередь, конечно же, регулярные встречи в рамках Евразийского союза, в рамках ОДКБ, в рамках СНГ. Эти встречи уже планируются. В рамках других объединений, в которых участвует Казахстан, в частности, Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который пройдет в Киргизстане в сентябре следующего года. Китай в следующем году принимает саммит G20. Вы помните, что лидер России пригласил главу нашего государства на саммит G20 в Санкт-Петербурге, когда Россия являлась хозяйкой этого мероприятия. У нас есть целый ряд приглашений от различных государств и есть целый ряд намерений посетить нашу страну. Сейчас все это утрясается, потому что международные графики лидеров государств очень сложные. Есть целый ряд больших мероприятий внутри страны. Вы знаете, что следующий год – это год 25-летия независимости Казахстана, поэтому очень сложно окончательно согласовать международный график. Ну, я обозначил вам крупные, значит, мероприятия, которые мы ожидаем, вокруг которых будет формироваться окончательно международный график главы государства. Благодарю вас. На основе очереди Today KZ, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, Агирим Такушев, информационное агентство Today KZ. Ранее была такая информация, точнее, посол США Кайрат Умаров сказал о том, что первая полномасштабная миротворческая операция пройдет на Гаити. Действительно ли это так? И планируется ли отправка наших миротворцев в другие точки мира? Спасибо. По миротворчеству хотел бы сказать, что каждое государство, член ООН, имеет политическое обязательство поддерживать миротворческие операции в мире. Это функция ООН, это функция Совета Безопасности. Миротворческие операции начинаются и инициируются резолюциями Совета Безопасности ООН. Все страны призываются поддерживать эти усилия. В ООН есть специальный бюджет по миротворческим операциям. Их количество приближается к 20, я сейчас точную цифру не помню. Казахстан член ООН, поэтому мы имеем такое политическое обязательство. Но каждая страна сама определяет порядок участия и поддержки в миротворческих операциях. В этом году был принят закон о миротворческой деятельности Казахстана. В нем четко прописан этот порядок. Сутью его является то, что Казахстан должен уважать свое обязательство перед ООН по участию в миротворческих операциях
И другой его сутью является то, что Казахстан будет взвешенно и очень тщательно подходить при принятии решений о направлении наших миротворцев за рубеж. Главное слово и окончательное слово в этом решении за парламентом. Инициирует правительство, инициирует глава государства, но последнюю точку, последнее слово ставит парламент. Все эти годы Казахстан развивал свой миротворческий потенциал. Вы знаете, что он начинался у нас с Казбата. Сейчас Министерство обороны занимается укреплением этой структуры, Казбриг, мы сейчас говорим. Есть большой опыт. Наши миротворцы хорошо подготовлены, хорошо экипированы и готовы к участию в ООНовской международной миротворческой деятельности. Примером конкретным участия наших миротворцев является участие наших военных инженеров в Ираке, как вы помните. Они внесли очень серьезный вклад в урегулирование иракского кризиса. Я помню, 5 миллионов, по-моему, единиц амуниции были разминированы, деактивированы нашими миротворцами. Сейчас наши миротворцы не участвуют ни в одной миротворческой операции ООН в мире. Есть еще такой институт военных наблюдателей при миротворческих операциях. Мы заявили о готовности участвовать и направлять наших военных наблюдателей. Сейчас наши военные наблюдатели работают в двух странах. Западная Сахара и Кот-д'Ивуар. Это бывший берег Слоновой Кости. Поэтому про Гаити тоже находилось в списке, но там наших военных наблюдателей нету. В этом списке тоже мы заявили в 4 страны: Гаити, Либерия, Западная Сахара и Кот-д'Ивуар. Вот последних двух наши военные наблюдатели работают. Они непосредственно не касаются, не соприкасаются с военной деятельностью. Они ведут военную наблюдательную деятельность, не участвуют в военных каких-то операциях. Я подчеркиваю это. На сегодняшний момент у нас, еще раз подчеркну, ни один миротворец в активных миротворческих операциях не участвует, но у нас принят закон и у нас есть готовность принимать участие в миротворческих операциях ООН при, естественно, соблюдении того порядка, о котором я говорил и который заложен в нашем законе. Благодарю вас. Жас Казах, следующий вопрос, пожалуйста. Қайырлы күн, министр Мырза. Рұқсат болса, орысша қояйын бір сұрақты. Глава государства послание дал конкретное поручение правительству, в том числе МИДу, активно осваивать экспортные ниши на региональных и мировых рынках. Это вот кроме стран, которые перечислены послания президента, это какие страны новые и какие товары казахстанские будут экспортироваться в эти новые страны. И готовы ли загранучреждения МИДа наши вот выполнять эту задачу? Спасибо. Наверное, это вопрос больше к Министерству экономики, но мы принимаем активную участие в этой работе. Освоение новых рынков – это сложная задача, крупная задача, потому что мы все знаем, что существует глобальная конкуренция на этих рынках, и на эти рынки пробиться не так уж просто. Продукция должна быть высокого качества, продукция должна быть высокотехнологична, продукция должна быть конкурентна с точки зрения стоимости и так далее, и так далее. Мы как раз этот потенциал у себя развиваем. Вы знаете, что глава государства упор делает на развитие перерабатывающей отрасли, производства готовой продукции, продукции с добавленной стоимостью, высокотехнологичной продукции. Есть конкретные примеры. Допустим, локомотивы, которые производят наши железнодорожники, они уже производятся на такой солидной основе в Казахстане. В частности, при поддержке, это начиналось у нас сотрудничество с компанией General Electric, эти локомотивы уже зарекомендовали себя хорошо, и они уже экспортируются в страны Центральной Азии, Закавказья, России. Мы также производим электро
локомотивы при помощи французских компаний, производим вагоны при помощи и при сотрудничестве с испанской компанией «Тальго». Мы начали производить рельсы, то есть мы фактически производим весь спектр железнодорожной продукции. Я уверен, что господин Мамин более подробно и более квалифицированно отвечал на вопрос. Это вот та продукция, которую мы готовы экспортировать. Растет у нас потенциал фармацевтической отрасли, химической отрасли, естественно, металлургия. В металлургии президент добивается обеспечения более высоких переделов, то есть более совершенной готовой продукции. Не просто медную медь поставлять, а, допустим, продукцию из меди, различные профили, допустим, из меди, из цветных металлов, из стали, допустим. Поэтому это как раз является задачей экономического блока и наших экспортеров. Наша сталь традиционно экспортируется в Китай. Рынок Ирана представляет для нас большой интерес. Будем искать возможности по увеличению поставок стали на иранский рынок после того, как будут сниматься санкции, экономические санкции против этой страны. Европейский рынок представляет для нас большой интерес. Как я уже говорил, Европейский Союз является основным торговым партнером Казахстана. Структура нашего экспорта в Европу пока в основном сырьевая, но мы будем стараться увеличить продукцию, экспорт готовой продукции в эту страну, в эти страны, европейские страны, начиная в частности с металлургической продукции, более высоких переделов. Поэтому есть, допустим, у нас успешные примеры поставок в более далекие страны нашей продукции, продукции нашей оборонной промышленности. Вы знаете, что мы при активной инвестиционной политике начали привозить такие высокотехнологические товары, как вертолеты, различную другую военную продукцию. Поэтому, естественно, задачей является обеспечение их экспорта и доступа на иностранные рынки. Благодарю вас. Пожалуйста, следующий вопрос, Олег Рябченко. Добрый день. У меня вопрос несколько иного характера, отличается от предыдущих. Часто ваши коллеги становятся героями различных курьезных ситуаций на саммитах и встречах различного уровня. Происходили ли подобные ситуации с вами или же сотрудниками нашего внешнеполитического ведомства? Не знаю, о каких героях и каких курьезных ситуациях вы говорите, но в дипломатии, как и в другой сфере, масса бывают курьезных ситуаций. По памяти, если вспомнить, мне, допустим, запомнился такой интересный случай, на самом деле курьезный, когда в 2001 году Казахстан посещал Папа Римский, что было для нас огромной честью. Он провел 5 дней, и у него была очень насыщенная программа. Папа Римский любил общаться с молодежью, поэтому одним из пунктов программы было его выступление в Евразийском университете. Ну, по нашей казахской традиции, естественно, его тепло встретили. Был музыкальный номер и танцевальный номер. И наши девушки молодые, исполнив танцевальный номер, так прытко подбежали к Папе Римскому и поцеловали его в щечку. Папа Римский – духовный лидер, которому принято припадать к руке. Но это вызвало, конечно, смех и улыбки в зале. Папа Римский не растерялся. Ему понравилось, что наши казахстанские девушки проявили к нему такой знак внимания. Помню один из первых визитов нашего президента в Израиль. Мы были в Иерусалиме, и когда ехали из аэропорта, я услышал переговоры охраны израильской. Они что-то так оживленно обсуждали, тревожно обсуждали. Оказалось, что я у них тихо спросил, оказалось, что у входа в гостиницу King David собралась огромная толпа людей с транспарантами какими-то. Ну, охранники и полиция подумали, что это какая-то забастовка в связи с приездом нашего главы государства. Ну, мы продолжили путь, приехали в гостиницу. На самом деле оказалось, что это израильские граждане, выходцы из Казахстана. Их было где-то около, по-моему, 300 или 500 человек. Они приехали приветствовать главу государства. И они встретили его со словами большой благодарности за то,
что Казахстан сделал для них во время их пребывания в Казахстане. Таких много случаев, поэтому всех их не перепомнишь, но курьезов в дипломатии хватает. Благодарю вас. Объяснимся, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, Ерлан Бельфейзович, Жанар Сердалина, информагентство BestNews.KZ. Текущий год стал свидетельством не только активной внешней политики нашего государства и МИДа в частности, да, но и мы увидели впечатляющий географический и дипломатический марафон, когда велись переговоры об участии стран в предстоящей выставке Экспо. То есть ну, мы надеемся, что когда-нибудь... Может быть, даже этому событию, этой работе будет посвящена, скажем, такая издательская хроника, когда мы узнаем, может быть, о каких-то дипломатических особенностях, там, каких-то нюансах переговоров и так далее. Скажите, пожалуйста, а в будущем году продолжатся ли эти контакты? Какие планы в этом направлении? Спасибо. Эта работа будет активизироваться. География охвата на самом деле впечатляющая, потому что мы планируем и ожидаем участия более 100 стран. Нашей выставки из всех географий, из всех регионов мира. На сегодняшний день у нас есть подтверждение 60 стран, то есть официальные подтверждения 60 стран участвуют в нашей выставке. То есть мы немножко опережаем план. Мы планировали в этом году обеспечить согласие 50 стран. В следующем году у нас целый год впереди. Выставки. Это должность обязательна при проведении выставки по правилам Международного бюро выставок, и он должен лично или его секретариат ездить и объяснять цели этой выставки, заключать соответствующий договор участия. Мы ожидаем в феврале этого года компания Экспо и МИД будут проводить вторую конференцию участников этой выставки. Мы ожидаем большое количество гостей. На этой конференции мы будем уже предметно объяснять правила участия в выставке, размещение площадей, павильонов и так далее, и так далее. Поэтому Экспо, я уже говорил, это приоритет в нашей текущей деятельности, естественно, он останется приоритетом на следующие и на 17-е годы особенно. В плане обеспечения качества выставки, качества экспонатов, качественного участия стран. Большой составляющей выставки является туристическая составляющая. Мы ожидаем более 5 миллионов посетителей. В первую очередь мы хотим, чтобы казахстанцы очень широко имели возможность ознакомиться с выставкой и ее достижениями, поэтому, ну, естественно, из других регионов. Поэтому мы облегчаем визовый режим, развиваются авиамаршруты, другие транспортные маршруты, чтобы облегчить участникам, вернее гостям, доступ к Экспо-2017. Благодарю вас. Азаттык, пожалуйста, следующий вопрос. Азаттык радиосу, Мадибек Мамамбет. Ерлан Мырза, таяуда Ресей шекарасы аркылы Түркияның товарларын Қазақстанға өткізіп отқан қазақстандық товар тасымалдаушылардың тасымалдаушылар кедергілерге ұшырады. Біраз апта тұрып қалды сол жерде. Енді қазір кішкене шешілген сияқты, біразын өткізді, біразы қалды дейді сол шекарада. Кейбірі Ақтау арқылы келіп жатыр. Енді кеше тағы да бір ақпар бар. Ақтау портында да жаңағы өте алмай қаңтарылып тұрған көрінеді ауа райына байланысты. Жалпы Ресей шекарасындағы мәселелер алдағы уақытта тағы да туындап тұра бере ме, осылай қалай шешіледі? Сұрағыңызға рахмет. Ситуация сложная, непростая. Вы знаете, что этот вопрос вызван политическим кризисом между Россией и Турцией. Мы к нему никакого отношения не имеем, кроме того, что, опять же, он очень неприятно отозвался в наших сердцах, потому что, как я уже говорил, Россия наш ближайший союзник, Турция наш важный стратегический партнер, брат по крови, можно сказать.
Поэтому, конечно же, этот кризис между Турцией и Россией вызвал у нас глубокое, глубочайшее разочарование и сожаление. Лидер нашего государства общался и с российским лидером, и турецким лидером, призывал их выходить на путь диалога и решения этого кризиса, от которого в первую очередь страдают и Россия, и турки, наши ближайшие, близкие партнеры. Вопрос транзита связан именно с этим. Конечно же, мы очень активно начали работать с нашими российскими партнерами, чтобы урегулировать эту ситуацию. К сожалению, в ней пострадали наши бизнесмены, наши транспортники, не только потому, что им пришлось долгое время стоять на границе без движения, но и потому, что увеличение и изменение маршрута сказалось на стоимости транспортировки товаров. А это в конечном итоге сказалось на наших покупателях, которые вынуждены будут платить повышенную цену за те товары. Таких ситуаций, по большому счету, не должно быть, потому что мы не имеем таможенных границ между нашими государствами и Евразийским Союзом. Но, еще раз подчеркиваю, вот это вот санкционное противостояние России и Европы, и Запада в целом. Сейчас новая ситуация с Турцией, кризис с Турцией, между Турцией и Россией. Все это, к сожалению, сказывается на торговле, на нормальной торговле и на нормальных экономических отношениях. Это реальность, которую нужно воспринимать, и наш экономический блок, в частности, первый заместитель премьер-министра Сагентаев, предметно и ежедневно занимается этими вопросами. Мы надеемся, что таких ситуаций в будущем не будет. Поэтому глава нашего государства на всех международных площадках и в двусторонних переговорах подчеркивает, что санкционная политика в своей сути неверна. Она наносит в конечном итоге ущерб простым людям. Поэтому от этой политики нужно отказываться, она не достигает своих политических целей. Вот суть подхода главы нашего государства. Я благодарю вас, Ерлан Абильфаизович. Мы работаем в прямом эфире более 70 минут, поэтому последний вопрос, краткий, Казинформ, пожалуйста. Агентство Казинформ, Дамир Байманов. Я, во-первых, хотел все-таки уточнить, сколько стран, со сколькими странами Казахстан в этом году ввел безвизовый режим, с какими именно странами и планирует в следующем году. И второй вопрос. Он касается конференции по вступлению, по содействию вступления в силу договора о всеобъемлющем запрещении ядерного оружия. Какие задачи у Казахстана во время сопредседательства в этой конференции? Я, наверное, не скажу вам, со сколькими странами мы заключили безвизовое соглашение в этом году. Их немало. В целом, у нас безвизовые соглашения по всем видам паспорт, то есть по общегражданским паспортам, имеются с 19 странами. Последнее соглашение, вот недавно буквально мы подписали с Кубой. В следующем году, мы надеемся, мы, во всяком случае, мы инициируем заключение таких соглашений с целым рядом стран. В частности, у нас на очереди Мексика, Чили из того региона. Мы стремимся облегчать визовой режим с Европейским Союзом. Визовые отношения являются важной частью вот этого нового соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европой. Мы не добиваемся безвизового режима с Европейским Союзом. Это задача далекой перспективы. Сейчас нашей задачей является серьезное облегчение получения виз для наших граждан для поездок в Европу. Мы страна, которая не представляет никакого риска для Европы, ни с точки зрения экстремистских тенденций, ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения преступности и так далее, и так далее. Наши граждане ездят в Европу. Ежегодно около 100 тысяч казахстанцев посещают страны Европы. Все они благополучно там проводят время, и все они благополучно возвращаются в Казахстан. Никто не пытается остаться и эмигрировать в эти страны. То есть с этой точки зрения мы безопасная страна для Европы, и мы готовимся к диалогу с Европой по
визовым вопросом. Скорее мы заключили соглашение по безвизовым поездкам. В целом хочу сказать, что Казахстан в одностороннем порядке облегчает режим инициативно со многими странами. Я сказал вам о пилотном проекте с 20 странами, развитыми экономическими странами. Этот пилотный проект продлится до 31 декабря 2017 года. Далее мы планируем в рамках открытия МФЦА, Международного финансового центра в Астане, серьезно облегчить визовой режим со странами Организации экономического сотрудничества и развития. Это тоже будет большое достижение. Мы надеемся на взаимность со стороны этих государств. Что касается ОДЗИАИ и договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Казахстан с этого года является сопредседателем вместе с Японией в организации, которая занимается реализацией этого договора. Главная суть заключается в том, чтобы прекратить ядерные испытания на Земле. Потому что если вы проводите испытания, значит вы развиваете ядерное оружие, разрабатываете ядерное оружие. Поэтому прекращение ядерных испытаний является одним из важных шагов по обеспечению и достижению безъядерного мира. Казахстан, вы знаете, добровольно закрыл Семипалатинский полигон. Мы имеем моральное, политическое право на проактивную позицию в этом вопросе. В мире по этому договору есть 8 стран ключевых, которые или не подписали этот договор, или, подписав, не ратифицировали, не позволяя ему вступить в силу. Если эти 8 ключевых государств присоединятся и ратифицируют это соглашение, оно заработает, и тогда ядерные испытания будут в мире запрещены. Это сложная политическая работа, потому что в этот круг стран, 8 стран, входят Соединенные Штаты Америки, Северная Корея, Иран, Индия, Пакистан. Вы видите, что это очень сложный вопрос, потому что убедить эти страны очень тяжело. Президент Обама сторонник ратификации этого соглашения, но Конгресс имеет другую точку зрения. И эти страны друг на друга смотрят. Китай тоже, допустим, не ратифицирует соглашение. Они смотрят, вот если вы сделаете, мы тоже подумаем. Вот так вот идет разговор, поэтому мы договорились и с министром иностранных дел Японии, и с руководителем организации ОДЗИАИ, господином Зербо, проводить активную политику для того, чтобы убеждать эти страны все-таки подписать и ратифицировать это соглашение, которое является, еще раз подчеркну, важным с точки зрения обеспечения безъядерного мира. Уважаемые коллеги, на этом, к сожалению, время нашей работы подошло к концу. С дополнительными вопросами вы можете обратиться к представителям пресс-службы. Вы обязательно получите ответ. И большое спасибо всем журналистам. Хочу сказать, конечно же, как я вначале говорил, вопросов очень много. Дипломатическая деятельность многогранна. На все вопросы не ответишь, все вопросы не охватишь, не осветишь в одной пресс-конференции. Но мы постарались вам дать фактологический материал и в виде слайдов, и в виде текста. Пожалуйста, используйте его. Надеемся, что мы смогли ответить и осветить основные направления дипломатической деятельности нашего государства. Пользуясь случаем, хочу сказать, что традицию, которую мы с вами завели с прошлого года о таком итоговой встрече по тематике деятельности Министерства иностранных дел, она хорошая. Мы с удовольствием будем продолжать эту традицию. В течение года мы встречаемся регулярно с журналистским миром, с представителями журналистского мира, и стараемся быть ближе к вам и открытыми для вас. У нас активно работает пресс-служба, и мы стараемся в режиме фактически реального времени реагировать на те или иные события и реагировать на те или иные вопросы, которые имеются у нас у казахстанцев. И, пользуясь случаем, хочу пожелать всем, поздравить всех с наступающим Новым годом. 2015 год был годом овцы, это плодотворный год для казахстанцев. Следующий год по нашему календарю будет годом обезьяны, маймыл джилы. По прогнозам этот год будет тоже
благоприятным, богатым на события. Особенно он будет благоприятствовать тем, кто занимается предпринимательской, экономической деятельностью. Поэтому я думаю, что это удачное сочетание. В послании глава государства сфокусировал свое внимание как раз на экономической деятельности. Поэтому надеемся, что 2016 год будет благоприятным для всех казахстанцев, особенно в обеспечении их экономического роста и благосостояния. Журналистскому же миру я желаю творчества, прыткости и плодовитости вашего пера. Вам творческих успехов и личного счастья в наступающем году. Большое спасибо.